Вас приветствует Алена Ариес. На моем канале вы всегда найдете ответы на любые вопросы и мои контакты для записи на личную консультацию. А сейчас узнайте, кто растопит ваше сердце. Девочки, мужчина растопит ваше сердце. Очень чувственный. Мужчина шатен с голубыми или зелеными глазами. Добрый, щедрый. Обаятельный, очаровательный, умеет красиво говорить. Единственное, чего у него нет, это решительности. Это для того, чтобы вы понимали, почему мужчина действует так, а не иначе. При этом, да, он добрый, щедрый, чувственный, заботливый. И это действительно тот мужчина, который растопит ваше сердце. По возрасту, либо ровесник вам, ну, приблизительно. Ровесник, либо, может быть, даже постарше вас. Вот. И что вас ждет с этим мужчиной, девочки? Ну, стабильные, серьезные отношения прям. Насколько вы будете с ним счастливы? Ну, несмотря на всю его нерешительность, он очень даже так активно будет себя вести. Поэтому, соответственно, отношения у вас будут такие еще и очень чувственные, и страстные. Ну и будете ли вы счастливы все-таки? Ревность еще будет с его стороны. Да, по тузу пентаклей, девочки, вы будете и счастливы, и обеспечены, и отношения будут очень крепкие. Правда, я у вас еще двух поклонников вижу. Один мужчина, у которого рыжие или белокурые волосы, светлокарие или серые глаза. Такой очень как раз таки активный, активный, целеустремленный, жизнерадостный. Вот. Но он немножечко будет помладше вас. И к вам со страстью. И еще один мужчина, какой-то ваш бывший еще проявится. Так что выбор у вас будет непростой. Но именно вот этот мужчина, первый, про которого я рассказала, растопит ваше сердце.